В этом году в Жанакурганском районе будут сданы в эксплуатацию сразу 4 школы. Кроме того, планируется строительство медпункта в ауле Блебай и на участке Талап. Об этом сообщил на отчетной встрече аким района. В прошлом году мелкие хозяйства аула Манап объединились в один кооператив и получили доступ к господдержке. В рамках программы СБГ приобрели для откорма 57 голов крупного рогатого скота. Близится к решению вопрос питьевой воды, решаются и другие проблемы. У нас есть проблема, о которой мы говорим ежегодно. При школе есть интернат и мини-центр. Все в одном здании, что не соответствует санитарным требованиям. Есть вариант решения проблемы путем открытия частного детского сада. В этом направлении ведется работа. Аким района Галым Амреев на отчетной встрече поделился планами. В этом году в аулах Кожамберды, Аккурган, Акком и в поселке Жанакурган завершится строительство новых школ. В Тогускене будет сдан новый детский сад. Найдут свое продолжение дорожное строительство и работы в сферах образования и здравоохранения. Особый акцент на развитии предпринимательства. Самый крупный проект в области – завод «Шалкиацинк». Здесь завершены все комплексные работы. Все восстановлено. В этом году начнется строительство обогатительной фабрики. Также есть 7-8 проектов по производству щебня. Предприниматель из Южного Казахстана Куанышбек Налибаев на свои средства ведет строительство откормочной площадки на 600 голов. Аким района посетил новый объект. Животноводу будет оказана помощь с инфраструктурой и земельным участком. В планах инвестора из соседнего региона реализация еще ряда проектов. Здесь 600 голов для откорма. Построили летний двор на 800 голов. Сегодня мы обеспечиваем работой 3 человек. Жителей аула Талап обрадовала новость о решении вопроса с медицинским пунктом. Сельчане в основном занимаются животноводством. Самое крупное хозяйство – Кубельдес. Предприниматели откармливают 4000 овец в год и обеспечивают работой односельчан. В хозяйстве имеется около 8000 голов мелкого рогатого скота, 30-50 коров. Все они приобретены по программе СБГА. В прошлом году мы отправили в Иран 850 голов скота. В хозяйстве работает 14 семей. Жители аула Бесарых поддержали план руководства района об открытии в 4 аулах агроиндустриальных зон. Здесь будут решены вопросы с выделением участков, ограждением, с проливной водой. Этот проект мы намерены реализовать в 4 аулах. Мы выбрали слаборазвитые аулы. Это Кандос, Каратубе и аульная округа Манап и Томинарак. Основная цель – обеспечение занятости населения и увеличение числа предпринимателей. В целом, сельчане довольны переменами в районе. В прошлом году в поселке Жанакурган подведен газопровод. 40% населения райцентра уже пользуются голубым топливом. Также здесь первыми среди районов начали строительство 15 многоэтажных домов. Галымжан Назар, Аскар Тажи, Баужан Хожамуратов, Турихан Хожахметов, телеканал Кызылорда.